этого места я похитил Мазду 3 красного цвета. А каким образом похитил Мазду 3? Похитил с помощью проворота и заводилки, блокирующей системы эмбилайзера. Ну, а приехали, получается, тогда с кем? Приехали в феврале, так, 16-го года. Подвез меня с торца того дома. Пешком я пошел в эту сторону. Покажите, где он припарковался. С торца вот этого дома. Где магазин сделать сам, да? Да, то есть с того конца дома. Туда я пришел пешком, полностью поворотом открыл машину, завел и уехал. Машина стояла под щами на том месте? Вот на этом. Где сейчас Жигули? Красные Жигули, да. Каким образом заводили? Открыл с помощью проворота, завел с помощью блокиратора и мобилайзера. Была сигнализация в автомобиле? Нет, не было.